Попросили поснимать, как фонарщик зажигает огни. Сделаем, но не сегодня. У нас есть видео. Сейчас пойдем мушку кормить, она нас ждет. Да. Тем более сейчас еще, надо ждать какое-то время. Я даже не знаю, во сколько они зажигаются. У меня уже летом в одно время. Уже нос замерз. Осенью в другое. Покажем. Сделаем, покажем. А еще нам писал там товарищ, который проживал в городе Бресте по улице Набережная. 4/1, если я не ошибаюсь. Посмотрел я на карте. Знаем его. Знаем его дом. Я там часто прохожу, когда к маме иду. Так что заодно тоже все поснимаю. Пусть вам будет приятно. Повспоминаете. Гостиный двор, торговый центр. Раньше мы часто там были с тобой. Да, ходили по делу, без дела. По делу, без дела. Так вот сегодня небольшая прогулка подходит к концу. Стройка на Советской идет полным ходом. Там уже начали за этим забором сносить. Сейчас вот мы пройдем, наверное, видно будет даже, что там происходит. Наконец-то наведут порядок в самом центре города. Перешел дорогу специально, чтобы немножко поснимать. Видите, что мы будем подсматривать? Нет, будем приходить сюда. Здесь мы уже снимали, показывали. Там будет кафе какое-то. Ну а здесь видите, что происходит. Ух ты, класс! Стройка века полным ходом идет. Что-то оставят, вот это, наверное, оставят угловое здание. Если бы хотели снести, наверное, снесли бы. А может, еще все впереди. Вот так вот. Ну вот, на этом уже сегодня все. Будем прощаться, всем до свидания, всем пока. Встретила нас Мусенька. Ой, воображусенька. Говорит, давайте колбаски принесли, ливерки. Молодцы, ребята. Да, Муся? Муся, Круся. Ну, Крикуся, я знаю, как и все кошки. У нас Мунька была кошечка тоже. А, и все что-то рассказывала, да, Тань? Такая же вот говоруха. Говоруха. Вот жених сидит, спрятался. Муськин жених в кустах. Черный. Всем привет. Всем доброе утро. Сегодня у нас на завтрак ячневая каша со сливочным маслом. Хлебцы. Творожный сыр. Сейчас я вам покажу, девочки. Мне так нравится этот сыр творожный. Сейчас вот хотя бы крышечку вот, Саш, покажи. И сколько он стоит. Это не реклама. Свежий. Сыр творожный, классический. Сливочный. Он разный у нас бывает. Но до чего вкусный. Кто никогда не пробовал, попробуйте. Так, виноград у Саши. Цикорий у тебя или что? Цикорий, да, заварил. У меня чай черный с яблоком. Заварила чаек с яблочком. Мне так нравится.
тоже попробуйте, кто не пробовал. Но утро начинается у нас с хорошего настроения. Мы выспались. Я, правда, рано уже сейчас не хочу вставать. Ну, проснулась рано, полежала, помечтала, посмотрела, почитали комментарии. Всем спасибо, девочки, кто откликнулся, предлагают там новогоднее меню. Ну, что-нибудь да выберу, а если что, и пишите мне рецепты. Может, с чего-нибудь и приготовлю вкусный новогодний стол. Рождество впереди тоже, но на Рождество там совсем другие приготовления. Там надо холодец, мясные продукты, а на Новый год что-нибудь такое необычное, легонькое. Кабана в пиве. Кабана в пиве. Вот рульку в пиве будет одна зрительница наша. Готовить. Готовить. Надо почитать. Ну, рулька для нас жирноватая, да, Саша? Пиво то на утро жирно. На рульку не дашь пиво, да? Ну, это так, шутка. Пожалуйста. За все, девочки, спасибо, за комментарии, за комплименты. Многие зрители просят, зрительницы. Это, скорее всего, может, подписчики или подписчица женщина. Татьяна, показывай нам, какие у вас завтраки, какие обеды, что на ужин готовить. Вот вчера я бедрышки готовила, что ты не сняла? Бедрышки куриные. Что я ищу? Ну, не помню, что. Ну, по возможности, как вы видите, я снимаю. Все что наши. Еще? Перенесли съемку от газовой плиты. А, замечание сделала. Может быть, правильно, вот одна зрительница. Что вы эту газ-плиту показываете? Ну, я там буду показывать то, что готовлю. А как покушать, что вот мы кушаем, буду показывать здесь. Учту ваше замечание. Спасибо. Как всегда, я желаю всем добра, мира и приятного аппетита. Сегодня день такой, сегодня много хлопот. Сейчас позавтракаем, надо с утра идти к маме. Нести кое-чего Таня приготовила, ну, из еды. Потом надо идти в Белтелеком посмотреть. Наконец-то, я уже говорил, привезли велосипед электрический. Надо все проверить. Хоть так его, как я говорю, пощупать, посмотреть. Ну, вроде должна рама меня устроить. Как там сесть, соскочить с нее и посмотреть, чтобы ноги не путались и все прочее. Утром встаю, говорю, Таня, сон приснился. С товарищем, говорю, по работе пошли на рыбалку, снится мне. Он, говорю, поймал товарищ щуку. Ему большая прибыль. А я, говорю, окушка маленького и того потерял в траве. Я, ну, говорю, вот 20 копеек потеряешь, значит, думает, мелочок. К чему это? Рыба к деньгам, к прибыли. Может, что-то с велосипедом не так. Другой заказ. Человек начинает уже что-то думать, фантазировать. Ну да ладно, будем надеяться, все будет прекрасно. Все нас устроит и покупка будет удачной. Вот такой день, такие мысли. Такое начало дня. Всего доброго.